Раньше все это было, говорят, конюшни. А сегодня это у нас очень красиво оформили. И сегодня это у нас пекарня. Сладости восточные. Абу-Латвия. Посмотрите, как это все выглядит. Восточные сладости. Очень красиво, аппетитно. Халва любых видов. Сейчас, секунду. Я эту красоту хочу снять. А на улице у них, и здесь у них бурекосы. С сыром. Самбуска. Самбуска. Яички, фасоль, грибы. Ну, да, он тебе все это в стакане может оформить. Это ягоды, клубника, ананас, банан, малина, шоколад, киви. Все это взбивается в стакане и будет холодный такой напиток. Вот мы делаем мороженое специальное. Ананас. Ананас не добавил. Ананас, сам-то ананас? Окей. Ананас. Клубника. Пусть ложит еще что-нибудь. Тасе, Маша, вот и таим. Выбирай что-нибудь. Везе, Маза, Мило? Нет. Мило? Печенька. А, Инна, уга. Да. Окей. Кенга. Возьми, тебе даю. Тебя снят? Тебя снят? Давай, дай, мама балека. Ло, Лило. Ну все, вот это он сейчас смешает и все. Не знаю, он, по-моему, уже положил. А это называется мост желаний. Знаки зодиака полностью здесь. Я только что был на своем. Где мой? Мой знак. Мой знак. Сейчас, секундочку, найдем мой знак. Мост, знаки зодиака. Это Скорпион. А, вот он мой. Весы. Знаки зодиака. Видно Тель-Авив. Очень хорошая погода, прохладненько. Сегодня вообще не жарко. Самое время путешествовать по Израилю осенью. Когда не жарко и не жалко. Движемся наверх. Наша экскурсия продолжается. Я сегодня в роли гида, у меня только один VIP клиент. Зовут ее Рима. VIP клиент. Да, Рима? Плохо сфоткал? Как обрезать? Не может быть.